Десерт у нас будет вкусный, полезный и максимально простой. Тыкву очищаем от семян и от кожицы. В очищенном виде тыква весит 360 граммов. Я ее нарезаю некрупными кубиками. Измельченную тыкву высыпаю в кастрюлю или в сотейник. Затем беру два яблока. Такое же количество, как и тыквы, 360 граммов. Яблоки очищаю от кожицы. Удаляю хвостики и серединки. Яблоки я также нарезаю кубиками. Яблоки идут к тыкве. Я их немного перемешиваю. Заливаю небольшим количеством воды. Буквально 50 граммов, 50 миллилитров. В дальнейшем тыква и яблоки пустят сок и будут готовиться в собственном соку. Кастрюлю ставлю на огонь закипать под крышкой. После закипания огонь убавляю до небольшого. Продукты продолжают нежно тушиться под крышкой, при этом иногда я открываю крышку и вот так перемешиваю. Тыква с яблоком скоро будут готовы. Я беру немного грецких орехов. У меня здесь 40 граммов орехов. Вы можете по желанию взять больше. Можно использовать любой другой вид орехов по вашему вкусу. Также можно использовать семена, например, тыквенные или кунжут. Они очень хорошо сюда подойдут. Орехи измельчаем до состояния крошки. Через 15 минут все почти готово. У нас здесь такая вот красота. Но время приготовления может отличаться в зависимости от сорта тыквы и от сорта яблок. Обычно яблоки готовятся быстрее тыквы, но сегодня у меня такой сорт, когда тыква полностью размякла, а яблочки слегка еще твердоватые. Теперь я добавляю сюда измельченные орехи. Также добавляю сюда жменьку сухой клюквы, 40 граммов. Вместо клюквы можно использовать изюм или любые другие сухофрукты по вашему вкусу. А теперь приправы, которые дадут особенный вкус и аромат нашему десерту. Я добавляю 2 зерна кардамона, 3 ароматных гвоздики, хорошую щепотку молотого сухого имбиря и 1/2 чайной ложки корицы, молотой корицы. Хорошенько все перемешиваем. Аромат просто потрясающе аппетитный. Очень напоминает аромат глинтвейна. Вы можете добавить, конечно же, приправы по своему вкусу или готовую приправу для глинтвейна. Это очень творческое фантазийное блюдо. Также, если вы сладкоежка, если тыква у вас не сладкая, а яблоки кислые, можно добавить сюда сахар. Я этого не делаю. Оставляю эту ароматную вкуснятину еще на пару минут на плите прогреться. Затем огонь на плите я выключаю и даю десерту просто настояться 15-20 минут под крышкой. Такой десерт получается очень вкусным, ароматным и полезным. Его можно есть в теплом виде, но, наверное, все-таки вкуснее будет в остывшем виде. Также такой десерт можно использовать как начинку для блинов или добавку к кашам, к овсяной, к рисовой, к пшенной каше. Этот десерт будет еще вкуснее, если его немного полить медом. Если идея этого блюда вам понравилась, готовьте с удовольствием. А также не забудьте подписаться на канал
и нажать колокольчик, чтобы видеть и другие интересные рецепты. Ставьте лайк под видео и пишите ваше мнение в комментариях. А я желаю вам мирного неба и здоровья. И до встречи, как обычно, в следующем вкусном видео.